Встреча с представителями министерств всегда очень важна для населения. Недавно проходило собрание с министром здравоохранения Хабаровского края Витько Александром Валентиновичем. 5 сентября в главном зале Дома культуры села Некрасовка была проведена встреча с первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Тюриным Дарием Викторовичем. Вот, на сегодняшний день там, где исполняет управляющая компания функции исполнителя коммунальной услуги, ОДН минимальный, а где-то даже равен нулю. Перед встречей в зале был организован прием обращений граждан по вопросам ЖКХ. Также на вопросы жителей отвечали представители Министерства здравоохранения Хабаровского края и Министерства социальной защиты населения Хабаровского края. Жителям села Некрасовка Тюрин Дарий рассказал о тонкостях работы в данной сфере, об обязанностях управляющей компании и как защитить себя от несправедливости в сфере ЖКХ. Подобные встречи важны для населения. На подобных мероприятиях каждый житель села может задать интересующий вопрос и разобраться в проблеме. Мы будем ждать следующей встречи с представителями министерств Хабаровского края.